Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о заработке без вложений. Довольно-таки крутые проект, который стоит вашему вниманию очень обратить на это, потому что заработок довольно-таки крутой и довольно неплохой. Как всегда, хочу перед этим, что вы поставили лайк, подписались на канал. И, как всегда, сказать то, что вы поддерживаете, вы лучшие, потому что есть поддержка от вас, у нас как бы тандем. Мы друг друга поддерживаем, наша, как говорится, комьюнити растет. И точно так же у нас, я как всегда стараюсь рассказывать о том, что без лишней воды, все по сути, что зачем делать и как, все максимально подробно и ясно, чтобы можно было разобраться и заработать. Также у нас есть телеграм-канал, вот, например, криптокарта и другие посты, проекты, которые я регулярно публикую. Если нажать на закрепы, есть биржи, которые прошли уже из без верификации и с верификацией. То есть, если вам, например, нет 18, а вы хотите зарабатывать, то вот эти вот две биржи довольно-таки помогут в этом разобраться. Также сам краны, кошельки. Вот, например, Pyrefall, SetPay, довольно-таки они тоже вам помогут разобраться. Также есть платящие проверенные проекты временем и выводом, то есть самый Волкин, Кэтли, который дает довольно-таки хорошо заработать, на Марс, который уже дал заработать десятки, то есть сотни долларов. Поэтому я вам очень рекомендую данный проект. Ну а дальше уже пойдем в данный проект, который я хотел бы вам рассказать. Проект крутой, Глив, платит бесплатную криптовалюту Joy. Итак, что хотел бы что сказать, что при регистрации вы получите криптовалюту Joy. Вот, ее, например, можно вывести сразу в бирже MEX Global, ссылка тоже будет в описании. Ну и, конечно же, какие же, например, требования. У вас должен быть YouTube канал. Второе, у вас основная тема ваших видео — это Web3 или криптовалюта и весь заработок с ней. Вашему каналу YouTube 3 месяца и больше. И на канале более 10 видео и более опубликованных не менее 30 дней назад. И на канале у вас не менее 50 подписчиков. В принципе, это не проблема. Если у вас, например, критерии не подходят, я вам рекомендую подключить, потому что можно с помощью данного пассива тоже как бы бонус плюс заработать. Если кто-то хотел начать себе вести YouTube канал, то это самое то время и самая это хорошая партнерка. Потому что партнерка идет как Глив, как AdSense, и от Google они точно так же и работают, это Глив. Все покажу, все подробно, что нужно делать. Проект платит, выводит, довольно все круто, классно. Вот. И за то, что вы будете приглашать тоже других блогеров, вам тоже за это все будут платить. Итак, перейдем к данному проекту, что зачем классить, что нажимать. Вы нажимаете здесь синенькую «Sell из Google», потом что вы делаете? Вам нужно подключать эту почту, та, которая у вас, например, на YouTube-канале находится. Вы нажимаете вот сюда «Sing in with Google», потом вас показывают те критерии, те, о которых я вам рассказал. Вот, вы нажимаете «Create аккаунт». Выбираете ту почту, по которой у вас зарегистрирован этот же канал, что я говорил. Дальше вы ставите здесь галочку и нажимаете «Продолжить». В принципе, ждем немножко, оно, конечно, подгружается. Потом, что вам нужно будет делать? Вы сохраняете ту сид-фразу, самое главное, сохраните, потому что она в дальнейшем вам понадобится. И также, если, например, захотите восстановить тот кошелек, которым будет эти токены Joy, то тоже нужно будет данные эти фразы. Потом вам нужно будет почту сохранить. Нажимаете «Sign up», потом опять два раза вам нужно будет пароль придумать и нажать «Sign up». Потом вы нажимаете «Select», придумаете пароль, пишете то, что я говорил. Ну, а здесь уже выбираете, вы здесь нажимаете «Выбрать» и выбираете то, что вам ближе всего по тематике. Вот, например, инвестирование, подкасты, конвертации. Здесь у вас должно быть написано «Крипта 2023» обязательно. Ну и здесь выбираете то, что вам ближе всего по тематике, именно по блогу. Потом оно регенерирует все и пишет, что нужно немножко подождать. Мы это все, конечно же, ждем после этого. Что хотел бы сказать, что если у вас та синяя кнопка не нажимается, то это решаемо, и в принципе это все, конечно же, решить можно. В принципе, регистрация уже после этого, если у вас нажало Continuum, все нормально, можно теперь работать дальше уже с этим же студией, которая будет нам зачислять баланс. Вы нажимаете на правом верхнем углу вот сюда вот это окошко и, например, посмотреть канал. И вы видите ваш канал, то есть в целом. Вот. Потом, если, например, нажать на мои каналы,
выведем этот канал, нажимаем сюда и потом нажимаем на U, вот слева у вас откроется, на UPP. И нам нужно будет нажать потом вот сюда, вот Go to Dashboard, нажимаем сюда, опускаемся ниже. И что мы видим? Что здесь мы сразу же получаем, вот, я получил, например, $3 за синхронизацию. Вот. Но, как правило, ребята получают от 15 и более, от чего зависит, не могу сказать, не готов ответить, но вот, грубо говоря, вы сразу в токенах уже что-то зарабатываете, что-то получаете за эту синхронизацию. Потом ниже здесь написано, что за то, что вы будете приглашать блогеров, там, например, таких же, вы будете получать от 10 до 50 USDT, грубо говоря. Если, например, у вас нет канала, и у вас все сложно, например, нету этих 50 подписчиков и так дальше, вы можете ждать этих 3 месяца и так далее. А можете, например, написать мне в личку и сказать, что есть у меня знакомый блогер, все отлично, все совпадает, все хорошо, все круто, классно. И я вам, грубо говоря, буду там отдавать, например, половину с этой суммы, что будет, грубо говоря, мне падать с этих 10 до 50 долларов. Это можно, я думаю, будет просмотреть и это все решить. В принципе, это все реально решаемо и проблем никаких нет. А нет, то решайте сами и таким вот образом юзайте. Чтобы, например, не ждать сейчас, кого есть каналы и поразбирают ваших там знакомых блогеров и так далее. Это как один из вариантов того, что можно как решить процесс. Что хотел бы еще сказать, что за то, что вы будете тоже дальше зачислять и делать дальше видеоролики, публиковать один за другим, вам тоже за эту активность будут вам начислять токены Joy, которые тоже можно заработать и вывести. Также, если нажать вот здесь сверху Settings, у вас должна быть включена здесь быть синхронизация. Здесь у вас будет синхронизация, внизу ваша рубрика, которая у вас изначально стояла. Потом, что хотел бы сейчас сказать, что если нажать на Payments, здесь нажимаем Continue, сюда будет приходить наше начисление каждую пятницу. Я тоже только регистрирую, тоже это все увидел, что работает, все реально. Вот, и в принципе можно обузить, так что довольно-таки хороший и крутой проект. За каждое видео, каждую пятницу вам будет сюда Joy начисляться, этот крипт. Теперь то, что нужно сделать, приходите назад на пост в телеграм-канал, и вот есть надпись «Кошелек талисман». Нажимаем вот сюда, переходим, ну и здесь будет расширение. Мы его устанавливаем же, конечно, установить расширение. Здесь вам уже новый не нужно создавать, он у вас уже есть, вы нажимаете «Import Wallet». Потом нажимаете вот сюда Polkadot Wallet, вы нажимаете Recovery фраза и вставляете те 12 фраз, которые вы сохранили при тогда, когда регистрировались на том сайте. Потом нажимаете Import и потом эти фразы как сохранили, вас прикидает на такое вот окно, сюда пароль, его придумаете и повторяем пароль. Нажимаем Continue, дальше нажимаете I Agreed. Идет импорт валит. Что хотел бы еще здесь добавить, что когда у вас будет регенерация здесь, то оно не сразу видеоролики отобразятся, все, что у вас есть, а пройдет некоторое время. О, то есть может кого-то день, кого-то три, кого-то неделю, по-разному, чтобы вы это знали, чтобы понимали. Ну и здесь надо будет поклацать немножко, чтобы у вас вот эти все джои отобразились, все, которые у вас есть, вот как у меня 487. Вам еще бесплатно дадут 5 джоя на различные там комиссии, чтобы оно у вас было. Что хотел бы еще показать, если вернуться на этот сайт, вы нажимаете вот сюда на этот аккаунт и здесь Windrow. Когда у вас будет уже вот эти вот джои, они у вас отобразятся, вы нажимаете Max, нажимаете Windrow. Вот. Потом оно перекинет вас на вот этот вот кошелек талисман, они у вас здесь насчитаются. И вот здесь есть вот такая вот стрелочка. Когда у вас будут все токены, вы нажмете на нее, и здесь будет у вас адрес. А адрес данного, короче, куда вы хотите выводить, вы заходите на биржу MEX Global, ссылка будет тоже в посте. Нажимаете на спотовая торговля. И здесь справа вверху вы пишете Joy. И здесь есть Joy USDT, и вы можете вот этот сам токен Joy, вы сможете его вывести. Ну и конечно, здесь его продать. В принципе, на этом все. Если, например, вы хотите депозит создать, то вы здесь можете сделать депозит и, естественно, создать так само, как на бирже Binance, адрес и туда же вывести, например. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайк. С вами был канал «Как заработать деньги в интернете». Я думаю, я вам помог и видеоролик был довольно-таки все-таки полезным. Всем пока, хорошего профита.